Вы чужестранец? Ну, это немного личный вопрос. Все относительно верно. Для меня-то вы чужестранцы. Ну, в этом смысле, да, наверное, я чужестранец. Ребята! Доктор, а ну-ка, отпустите его! Не думай, что мы тебя не убьем! Оставьте ее в покое! Доктор! Не волнуйтесь, все под контролем! Отвалите от меня! Мужики! Ну же, парни! О, боже! Он идет. О, Боже. Он идет. Проповедник, скажите что-нибудь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, да будет так. Ты в бабочке. Вернись за черту. Сейчас же. Айзек, он сказал, что он доктор. Пришлый доктор. И это веская причина, чтобы предать его смерти. Но, Айзек, это может быть он. Ты не знаешь наверняка. Мэм? Что, так просто дадим ему уйти? Еще увидимся, парень.